Всем привет, это школа номер 178 Плоева. У меня небольшой такой сегодня будет информационный выпуск, потому что с последнего выпуска прошло месяц, а у нас поменялось с того времени довольно-таки много. Во-первых, хочется сказать, что у нас отключился сайт, отключили его за неуплату, там нужно было заплатить что-то около 600 рублей за 2 или 3 месяца, и мне стало жалко таких денег, потому что сайт никак вообще не окупается, даже с рекламой. И я его просто отключил. Теперь все видео на страничке ВКонтакте, на канале на Ютубе, все эти видео репостятся постоянно. Мне на стенку или компании на стенку, то есть всегда можно их посмотреть. На Ютубе, кстати, обновился дизайн, и теперь там из картинок всех только шапочка такая сверху, странички, ну, в принципе, это и не зачем. Смотрите еще, пожалуйста, видео в самом Ютубе, а не на страничках ВКонтакте, потому что, когда вы смотрите видео ВКонтакте, счетчик просмотров не изменяется, и теперь у нас очень мало просмотров, а это как-то не очень хорошо. Раньше было где-то по 500-600 просмотров. Также 20 июня я с утра приеду, и в тот же день следите за Твиттером, Инстаграмом, ВКонтактом, конечно же. Там я скину ссылку на небольшой, скажем так, интернет-магазинчик, где можно будет купить всякие мелочи для айфона или айпада. Летом, не знаю, может быть, что-нибудь и снимем. Не обещаю, конечно, но, скорее всего, чем-нибудь порадуем вас. Все-таки лето, закончили первый курс, почти закончили. И все-таки снимем, порадуем вас новым видео каким-нибудь, и даже не одним. В общем, все, это была школа номер 178 Флейва. Тут вот внизу можно подписаться на наш канал. Тут же внизу, только с другой стороны, можно поставить лайк. Также подписывайтесь на всякие наши твиттеры, ВКонтакты, Инстаграмы. В общем, подписывайтесь, смотрите, читайте, отвечайте. Пока!